Приветствую всех на канале Game One. Сегодня я решил устроить розыгрыш с двумя призовыми местами. Первое место это, конечно же, у нас дисбалансный ховерборд. Куда же без нее? Если у кого-то кажется, что она уже куплена, то получит 1000 купонов. Следующее у нас это уже Battle Pass. Также, если у кого-то кажется, что она уже куплена, то получит 500 купонов на свой аккаунт. Условия, ребята, максимально простые, но при этом должны быть обязательно выполнены все. Первое – это подписаться на канал, второе – поставить лайк этому видео, в-третьих – написать одно, любой комментарий из 5 слов. Думаю, у всех есть шанс выиграть. Думаю, все разобрались уже с розыгрышем, и поэтому я решил немного побегать у себя на базе, в принципе, показать, что у меня здесь находится. Ну, для начала я решил покататься на мотоцикле, потому что сказали, что она, ну, на мотоцикле игра вылетает, но вот как раз проверим. Немного покатаемся по карте и, в принципе, проверим, правда это или нет. Конечно же, просто жалко ломать мотоцикл, потому что я не люблю на нем кататься. Планера мне вполне хватает, она не ломается. Либо же машина, которую мы сами скрафтили, сами создали, она тоже не ломается. А вот мотоцикл, видите, заносит, ломается. И вот, сейчас еще они немного урона дадут. Хотя у меня такая теория, что здесь не ломается транспорт или что-то, но мне так казалось. Ну, пока что вертолет не так сильно ломается, но он все еще ломается. Не знаю, ну, пока не вылетает. Прокатиться 5 минут, ну, без проблем. Думаю, здесь я уже молча проедусь. Итак, 3-4 минуты мы покатались. Нет, ничего не случилось, игра не вылетела, все как идеально. Ну, как работал, так и работает. О, кстати, изменили. Только ночью видел, там не особо красиво было. Цветочки добавили сюда, очень даже красиво. Кстати, елка, которую я выбил с рулетки, 3-4 ключа хватает, чтобы ее выбить, но без доната никак. Также и вот гирлянды с колокольчиками. Честно сказать, елка я ждал более такой красивой, она какая-то слишком сухая. Но при этом у меня есть теперь елка. Не знаю, зачем она, ну, пускай будет, но красивая. Я люблю украшения, в принципе, потому что просто смотрите, у меня здесь везде забито украшениями. Также транспорта у меня здесь очень много. Там здесь еще валяется пруд. И в доме у меня дофига ресурсов. Я имею в виду именно украшение. Кстати, аккумулятор никогда не садится. Я не знаю, что с ним. Вот он подключен просто к этому фонарю. Конечно же, на этом, на Тесле она садилась. Батарейка садилась, аккумулятор. А вот именно на фонарике она вообще не тратится. Сколько было, столько остается, я не знаю. Реально она как-то долго работает. Так, туалетный столик. Кстати, зимняя полка. О, заработали. Раньше эти динамики не работали, не светились, когда я их поставил. Ну, на самом деле, просто смотрите, как круто все это украшение выглядит. Кто знает, может, пианино рано или поздно, возможно, будет на нем играть. Как и на почтовом ящике, она раньше была просто декором. Сейчас через нее можно принимать ресурсы. Также, когда был перенос... Кстати, если по-любому начну спрашивать за то, что я начал этот разговор, мне кажется, перенос никогда не вернут. Просто никогда ее не вернут. Либо если вернут, только на Бладе, либо на таких агрессивных серверах. Ну, мое мнение, что их не вернут просто. Ну, давайте там про почту я говорил, да. Через нее можно получать. О, кстати, образец вируса. Я даже не знал, что он у меня есть. Вот так вот при ресурсами можем получать. Неплохо на самом деле. Так, образец вируса. Ну, это мелочь просто. Ну, пускай будет, в принципе, она лишней не будет. Ну, в принципе, я вроде бы все показал, что у меня здесь находится. Сзади у меня, ну, сзади у меня особо ничего нету, кроме этих мишеней. Здесь у меня доска, кстати, на максималках здесь много всего рисунков показывает, много рисунок. Вот, на минималках вот так вот там показывает, когда впритык стоишь, а на максималках уже все есть. Так, что у меня здесь еще интересного? Так, ну, в принципе, ничего. По всей карте разбросаны такие вот вышки для планера, и все. Также моя грядка. Поставил я вот такие вот заборы, ворота, лунные ворота, и в центре забор.
Ставить, конечно, есть легко. Поворачиваем, ставим и обратно поворачиваем. Ну, сложно поначалу разобраться, попасть в нужное место, но затем все очень круто даже получается. Да. И гараж у нас здесь есть очень красивый, жаль, зайти нельзя, побегать внутри нельзя. Но, в принципе, я свою базу показал. Это просто был намек, чтобы вы тоже скинули мне свои базы, чтобы я мог зайти к вам и снять ваши базы. Давно я уже не снимал про базы игроков. Очень сильно хочется посмотреть на ваши базы, чтобы что-то у вас там взять, чтобы примерно ваше, ну, как у вас там построить. Я видел очень много красивых баз у меня в Дискорде, там, в скриншотах. Вот, если у кого-то есть красивая база, то напишите. Завтра вроде соберу людей, которые хотели, чтобы я их базу снял, и вместе с ними сниму ваши базы. Думаю, будет супер. Так что, всем пока.